Мы с вами знакомы много лет. Вы приходите ко мне за советом и за помощью. А я уже позабыл, когда вы ставили много лайков и оставляли комментарии. Вы пришли на канал «Двойная порция», чтобы я установил справедливость и развеял мифы? Но вы смотрите и не подписываетесь. Ведь если у такого человека, как вы, появились проблемы с очищением кухонной утвари, они станут моими. И они обязательно бы решились. Порошок для стирки Brand Free разработан специально для стирки детского белья с первых дней жизни и людей с чувствительной кожей. Отлично отстирывает загрязнения от фруктового пюре, соков и каш, пятна молока и продуктов жизнедеятельности со слюнявчиком, распашонок, пеленок и других детских вещей. Порошок безопасен для всех видов стиральных машин, предотвращает образование накипи на нагревательном элементе. Данный порошок не имеет никаких красителей, и поэтому он абсолютно белый. В нем нет никаких гранул красного, синего либо зеленого цвета, что, по-моему, очень хорошо. Меньше красителей, меньше вреда. Здравствуйте, дорогие друзья, на канале «Двойная порция». После небольшого вступления, как вам, кстати, напишите в комментариях, сегодня на нашем обзоре появился вот такой вот стиральный порошок для детских вещей. Мы его уже разочек протестировали, стирает хорошо, но сегодня мы с вами проверим его еще раз на наших детских вещах. Погнали! А тестировать мы его будем вот на таких вот белых блузках, вот таких вот убитых колготках, здесь даже палец уже продырялся. Носились мы по даче, по песку, здесь все грязнючее. Вот такие вот у нас пяточки получились, как здесь, так и здесь. Эти колготки были одеты у нами в детский сад. Вот такие вот чудесные белые колготки превратились в весьма черные. И вот такие вот белые, которые тоже были одеты в детский садик. Вот такая вот футболка «Гав-гав» с мопсом, тоже с пятнами от каких-то ягод, соплями, либо еще чем-то неизвестным. И вот такая вот небольшая кофтейка с пятнами от каши. Кстати сказать, производитель — Новосибирский завод бытовой химии, сделан в России. Импортозамещение работает на полную мощность. Безфосфатный, гипоаллергенный. Что еще нужно? Ставим 60 градусов на 2 часа и ждем результата. У вас прошла буквально 1 секунда, а у нас прошли целые сутки. И сейчас мы с вами посмотрим, насколько этот порошок хорош. Но сразу хочу сказать, дорого не значит хорошо. Погнали. И вот такого результата мы смогли добиться после одной стирки данным порошком. Посмотрите. Порошок выстирывается довольно-таки хорошо. Посмотрите, никакой пыли не летит с одежды. Все довольно-таки приятно. Колготоны мягенькие. Все отстиралось, все довольно-таки чистое, беленькое, пяточки чистые. Посмотрите. Вот эти были, помните, какие? Вообще просто рыжие, прям от песка, от грязи. Тем не менее, они все стали беленькие и чистенькие. Также вот здесь были у нас, если вы помните, пятна от томатного сока, либо от томатного кетчупа. Тоже все, в принципе, отстиралось. Никаких пятен, как вы видите, нет. Единственное, что произошло, камушки, они почему-то все поотлетали. Вот она, кстати, тоже отлетела, еще одна. Не знаю, то ли срок подошел, то ли, не знаю, параметры стирки я выбрал не те. Можете написать в комментариях, почему это произошло. Также она вся полностью отстиралась. Никаких пятен на ней не осталось. Все хорошо. Вещи довольно-таки мягкие и не пылят. Последнее, то, что мы с вами тестировали, это вот такой вот мопс, который был тоже весь испачкан какой-то детской едой. Все хорошенько отстиралось. Воротничок беленький, чистенький. Ну и вот такой вот тест-обзор у нас сегодня получился. Порошок действительно работает. Стоит он по сравнению с аналогами довольно-таки дешево, в счет того, что он безфосфатный. А, кстати, где купить? И ссылочку на магазин я оставлю в описании. Перейди, нажми и посмотри. Также ты можешь его спокойно заказать с доставкой на дом. Нам его привезли, и мы никуда его не ходили. Курьер принесет его прямо домой. И как всегда, дорого не значит хорошо. Распиаренные бренды типа Bimax, Miff, Tide и так далее работают абсолютно так же, как и этот порошок. Зачем платить больше, когда можно взять нашу продукцию? Brand Free, сделано в России. Пока!